Для участия в конкурсе принимаются работы в электронном виде. Фотографии в формате JPEG отправляйте на электронный адрес администрации города-курорта до 1 ноября. Каждый участник может оставить не более 5 фото. В конкурсных работах должна содержаться следующая информация: фамилия, имя и отчество автора, город проживания, контактный телефон и адрес электронной почты, название фотоработы, место и, по возможности, дата съемки. Обладатели 3 призовых мест получат возможность отдохнуть в Анапских здравницах. Приз за 1 место – 10 дней отдыха, за 2 – 7 и за 3 место – 5 дней. Имена победителей будут объявлены в феврале 2015 года на ярмарке путевок детского и семейного отдыха «Анапа – самое яркое солнце России». Возможность отдохнуть в санаториях курорта будет предоставлена в мае и сентябре 2015 года. Бархатный сезон в Анапе – это волшебное, незабываемое время, поэтому осуществите свою мечту, участвуя в конкурсе. Рассказ об отдыхе победителей с их впечатлениями будет размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Город-курорт Анапа». Лучшие фотографии будут представлены на выставке, посвященной открытию курортного сезона 2015 года.